Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор покупочек из магазина Fix Price. Вот такой вот огромный пакет. Давайте все разбирать. Чек взяла. Покажу вам его тогда в конце, чтобы не зацикливаться на нем, да, на ценах. Первое, что покажу, взяла вот такой вот, девчонки, огромный ящик с крышкой на колесах. Вот такие вот тут колесики. Крышечка, которую можно поставить под колеса. Она как раз подходит, тут есть разъемы. Взяла Ксюши для игрушек. И закрывается она вот так вот, просто не защелкивается, а закрывается. Крышка отдельно, если я не ошибаюсь. Давайте буду вам, наверное, озвучивать, чтобы сразу вас ориентировать. Но здесь, наверное, уже у меня с учетом скидки, да, 127 рублей крышка к ящику или без учета скидки, не знаю. И ящик на колесах 255 рублей. Даже вот так вот, цены фикси теперь вообще разные. Он огромный, знаете, сколько литров? Не знаете, и я не узнаю. А нету здесь сколько литров. Правда. Но он огромный. Такой вот большой прям. Я надеюсь, у него много туда влезет. 12 литров? Нет. Больше. Здесь однозначно больше. Так, поехали дальше. Взяли вот такую собачку. Захотела Ксюша. Надеюсь, Крестюша ее не испугается. Потому что собачка работает от батареек. Щенок ходит и лает. У нее была наподобие тоже X-Fix. Она сломалась. Ходит и лает. Играй, как с настоящим питомцем. Вот сзади написано, что кнопка вкл-выкл. Мы с вами обязательно распакуем и попробуем эту собачку маленькую, хорошенькую. Вот как она выглядит. Ну, вроде так симпатичная. По крайней мере, собачка, да. И хвостик, наверное, виляет, я так подозреваю. Кстати, может быть, здесь и батарейки есть в комплекте. Вот здесь вот на шурупчике закручено это все. Включила. Нет, батареек в комплекте нет. Придется девчонке отверткой откручивать. Слушайте, собаку батарейки зарядила. Она, когда ставишь, ее пищит. Так, теперь включаю. Главное, Крестюшку, чтобы не испугалась. Ой, какая прелесть! Ну-ка, повернись. Ну, прелесть же. Крестюшка пока не боится, по крайней мере, этого звука. Это уже хорошо. То есть она назад немножко, побольше вперед. Она ко мне подползает потихоньку, а и разворачивается. Вот у нее хвостик. Слушайте, да прикольная такая милашка. Да? Здоровская. Мне нравится. Собачка какая милая. Крестюш, ползи сюда. Смотри, какая собачка. Смотри, какая хорошенькая. И хвостик виляет. Не, классная. 299 рублей стоит такой щеночек. Взяла себе подставку для ножей. Долго выбирала и взяла вот такую пластиковую. Они есть в фиксе в разных цветах. Это у нас с вами китчен. Почему пластик? Потому что деревянные подставки, мне кажется, там собирается много бактерий и не очень хорошо их промывать. Дерево не так промоешь. То есть здесь вот такая вот основа. Мы вставляем вот такая вот крышка, в которую вставляются ножи. И, собственно говоря, здесь пусто. Да? Я взяла вот в таком вот лаконичном цвете, симпатичненько. Поставим, попробуем, как будет смотреться. Так вообще вот картиночка. Пластик все-таки удобнее мыть, поэтому я за пластик, если выбирать между деревом, вот именно в таких вещах. 199 рублей. Так, дальше. Гирлянду взяла в другом магазине. У нас рядом с Фиксом еще магазин дешевых цен. Прям рядом открыли. Вообще такая конкуренция жесткая теперь. Вот такой контейнер, органайзер для косметики, аксессуаров. Взяла он большой. Надеюсь, у меня туда много влезет. Вот такой. Сейчас мы с вами распечатаем, посмотрим. Органайзер для косметики 249 рублей. Выбирала из того, что есть, чтобы были не поцарапанные, не покоцанные. Потому что в Фикс Прайсе так бывает часто. Хотя и цены уже такие хорошие, но все равно... Бывает, продукция повреждена. А тут вроде упаковочка целая, и дно не покоцанное. Ну, как не покоцанное? Конечно, покоцанное. Он вот такой, его можно брать с собой, да, как чемодан за ручку, ну, переставлять и носить куда-то. Здесь две большие, получается, секции. Две поменьше, одна такая средняя, одна средняя, две поменьше. Ну, в общем, зеркальное отражение такое вот. И тут, да? Ну, такой большой контейнер. Надеюсь, у меня много чего туда влезет. Симпатичненький, тоже лаконичный. Пригодится, потому что уходовой и декоративной косметики полно. Так, взяла две пачки детских салфеток. Это, знаете, так, на выгулку. Потому что основные у меня Фаберлик, но у них пачки большие, а маленьких Фаберлик, к сожалению, нет. Детские салфетки давно не покупала. Интересно, подорожали ли. Так,
Салфетки, 19,60 одна пачка. Салфетки нормальные. Сколько брала, к ним нареканий нету. Вот такая вот интересная покупочка. Это зеркало на цепочке, девчонки. Вот как оно выглядит в интерьере. Оно было в серебряном цвете, и цепочка серебряная, как у меня, и в золотом. Это вот эта вот новая коллекция Фикси. Там всевозможные светильники, полки в таком дизайне, да? А зеркало круглое, тоже выбирала, чтобы было не покоцано, оно достаточно легкое. Сейчас распечатаем с вами и посмотрим, почем у нас зеркало. Так, зеркало 199 рублей, в принципе, нормальная цена. Это мне пока в ванну до ремонта перебиться, потому что у меня в ванной вообще нет зеркала. В коридоре мы прикрепили, а в ванной вообще нет. Сейчас мы с вами его раскроем и посмотрим. Хорошенькое такое зеркало, вот так оно выглядит сзади. Очень даже ничего. И вот так вот обычно, не буду вам светить сильно, выглядит, ну, спереди зеркало и зеркало, да? Цепочка. Ну, вроде такая добротная. Не отвалится, я думаю. Ну, и размер нормальный, чтобы, как мне, я и видео вам снимаю в ванной. И вообще в ванной зеркало нужно, да? Неплохое такое. Здесь, не пойму, что стекло. Ну, задняя часть зеркала, как бы, заморачиваться не решили. Решили не заморачиваться. Просто такая вот задняя часть зеркала. Да, шлёпки, конечно, дело. Взяла спонжики для умывания, 3 штуки, всегда их беру, мне очень не нравятся, самые мои любимые, прям вот обожаю их, сколько перепробовала, вот эти считаю самыми лучшими. Так, спонжи у нас с вами 55 рублей, да, они подорожали, 3 штучки, 55 рублей, хватает надолго, муж брал себе еще стельки, но он их уже себе постелил, набор вот такой вот, клей он всегда берет, ему нравится, 79 рублей. Так, бенгальские мы тоже в другом году. Взяли батарейки, потому что для собачки. Да, батарейки 4 штуки. Фикси стоит 59 рублей. Они не очень долгоиграющие, но тем не менее. Так, взяла пасту Colgate. Я люблю сейчас пользоваться именно ей. Это у нас с вами Total 12 для здоровья всей полости рта. Профессиональная чистка. Большие пасты были и подешевле, обычные. А именно вот эта, она немножко подороже. Но мне захотелось такую попробовать. Я, по-моему, такую никогда не брала. Так, зубная паста. Попробуй вот найди. 99 рублей, девчонки, паста. Дальше взяла вот такую раскраску по номерам. У нас, в принципе, цветной принтер. И все, что надо, мы распечатываем. Но Ксюше захотелось именно вот такую готовую. Здесь классная картинка. Пляж, закат, да, пальмочки, водоем. И такая у нас большая раскраска. Я надеюсь, что она большая. С вами стоила... Меня убивает вот это. 249 рублей по чеку все время искать. Но вы просите цены, а прописывать их достаточно долго, а чек пока... О, не! Класс! Смотрите, что здесь внутри. Вот такая вот штука. То есть картина, можно раскрасить и повесить. Прикольно. Слушайте, здесь и картина, и картинка. А зачем и то, и то? Ну, если хочешь просто как бы картинка... Я правильно понимаю? Если хочешь, раскрашивай картину. То есть она такая вот плотная, из плотного-плотного картона такая картина. Прикольненько. И в наборе еще вот такие вот красочки с кисточкой. И они тоже подписаны по номерам. И кисть. Прикольно. Слушайте, даже буквы есть. Эль. Ну, здорово. Посмотрим, как Ксюша будет заморачиваться. Может, во влоге вам тогда покажу. Так, девчонки, что тут из продуктов? Ксюша взяла себе вот такие трубочки, она любит. Потом масочки Сейдо. Я беру не первый раз, но вот такой, по-моему, питательный первый раз. Я уже забыла, какие я брала, потому что мне какие-то понравились, какие-то нет. Здесь у нас с вами 4 тканевых маски, и они довольно неплохие. 99 рублей они стоят, цена не изменилась. Здесь 4 маски, они как бы в сыворотке плавают. В каких-то ее побольше масках, в каких-то поменьше. Мы с вами пленку снимаем, они просто вот тут друг на дружке лежат. Ну, тут сыворотка не течет. Посмотрим. Они мне нравятся, они, знаете, такие неплохие. Так, дальше. Ксюша взяла себе шипучки для ванны. 2 штучки. Она любит их там брать, хотя они не очень, честно говоря, шипят. Kids. Вот такие здесь вам кола и клубника. Но ей нравится, она все равно берет. 18,30 одна стоит. Так, из еды взяли еще Nesquik. Вот такие конфетки. 99 рублей. А, взяла недавние новиночки. Вот это свежая косметика. Это, наверное, тоже фитокосметику у нас с вами выпускает, да? Упаковано под вакуумом. Это прям круто. Баночки, конечно, стали меньше. 50 мл. Кокосовая маска для лица. Девчонки, омолаживающая. Не знаю, фитокосметик? Нет, не буду сейчас вчитываться. Без консервантов написано. Открываем крышку. Смотрите, что здесь. Прикол. И она железная. И она действительно железная. И вот маска. Тоже в каком-нибудь влоге с вами сделаем. Вот пахнет кокосиком прям. Упаковано под вакуумом, ну типа прям натуральный. Масочка такая густая, как сливочки прям. И пахнет кокосом.
Кто любит кокосовую тему, я люблю, мне нравится. Вам тоже понравится. Прям кокосиком пахнет, но я бы не сказала, что одушка натуральная. Есть какой-то химозный парфюмированный компонент. Свежее кокосовое молоко, масло какао, омега-3,6,9 плюс пребиотики. Вы представляете, какая маска? Просто кладезь каких-то ценных продуктов и витаминов. И эта маска у нас стоит с вами 55 рублей. Да. Так, и взяла себе вот такую вот маску, тоже свежая косметика с пребиотиками для волос, девчонки. Сохраняет 100% витаминов. Супер фреш, свежая косметика, вот такая вот, их там было много разных. Густое масло какао для волос восстанавливающее, даже не маска, а масло. Вот здесь у нас с вами нарисован орешек без консервантов. Содержит пребиотики, восстанавливает иммунитет кожи головы. Будем делать с вами вместе. Свежее масло какао, масло органы, масло авокадо, никотиновая кислота даже есть для роста волос, плюс пребиотики. Здорово, интересно. И тоже здесь такая крышка, смотрите, как в консервах. Прям вообще. Миндалем, пахнет маслом миндаля. Здесь уже более натуральная, мне кажется, одушка. И смотрите, какая она густая. Прикольно. Мне кажется, она должна быть неплохой. Вот даже по виду уже. Так, и это маска для масло для волос у нас с вами стоило. Так, для лица 55, для волос 99. Так, остался, по-моему, последний, но не менее интересный лот. Это у нас с вами ключница. Взяла ключницу повесить в коридор, потому что красивая, лаконичная, потому что ключницы нет. По-моему, они в одном были цвете, но я рыться не стала, они так высоко в нашем фикс-прайсе были. Так, и ключница у нас с вами стоит 249 рублей. Она по дереву, она красивая. Мне кажется, много под какой дизайн подойдет. И она еще с ящиком, что меня подкупило. Вот здесь 4 крючочка, они крепкие. Их вот так вот рукой не согнешь, не погнешь, то есть довольно крепкий. И вот этот вот ящичек, он, кстати, выдвигается совсем. Если вам не нужен, он можно повесить без ящичка. Прикольно выглядит здесь так под ламинат у нас с вами, да? Здесь просто края не обработаны, как спил такой идет. Вот такая вот интересная ключница. Сзади просто ДСП. Ну, такая плотненькая. Да что ж у меня нос-то сегодня чешется. Кто знает, к чему, пишите. Вот. Так что вот такая вот ключница. Так, ну вот и все, мои хорошие. По-моему, я вам все показала. Надеюсь, мой обзор был вам интересен и полезен. Пишите, какие вы брали новинки в фикс-прайсе, потому что у нас, в принципе, недавно только отменили QR-коды, поэтому я туда, слава богу, и попала. Много чего мне нужно было. О, вот сейчас снимаю вам и забыла мусорное ведро. У меня нет дома мусорного ведра. Мне нужно и что-то, я в фикс-прайсе на него глаз не положила. Ну все, мои хорошие, всех люблю, целую. Всем пока-пока.